Всем привет, с вами Кира Ярмуш. Обсудим самые важные новости за сегодня. Расскажу вам про шикарную жизнь одного из заместителей Сергея Лаврова и сколько стоит спортивное увлечение Рамзана Кадырова. В суд поступило самое масштабное дело против Алексея Навального. А главы Армении и Азербайджана договорились о взаимном признании территориальной целостности. Журналисты узнали, как живет семья заместителя Сергея Лаврова, который курирует Украину в российском МИДе. Это статс-секретарь Евгений Иванов. Ему и ближайшим родственникам принадлежат несколько элитных квартир в Москве. Например, 200-метровые апартаменты в ЖК «Седьмое небо». Похожие стоят около 150 миллионов рублей. И такая же по площади квартира в элитном клубном доме в центре столицы. Стоит около 200 миллионов рублей. И это далеко не вся их недвижимость. Движимое имущество семьи не менее впечатляющее. Дочери замминистра принадлежат автомобили общей стоимостью 29 миллионов рублей. А еще она увлекается конным спортом. И за последние 5 лет она потратила на свое увлечение 171 миллион рублей. А заработать на такую жизнь семья Ивановых смогла благодаря связям с Сергеем Лавровым. А точнее с его любовницей Светланой Поляковой, с которой они ведут совместный бизнес. Самое удивительное в этой истории, что ни сам Иванов, ни его родственники до сих пор не попали под западные санкции, даже несмотря на то, что чиновник открыто оправдывает войну в Украине. И еще одна новость про дорогостоящие хобби. За прошлый год Рамзан Кадыров потратил на свои спортивные увлечения почти 8 миллиардов рублей. Почти 7 миллиардов ушло на содержание конно-спортивного клуба «Ахмат» в Чечне. Бюджет футбольного клуба, тоже «Ахмат», составил чуть меньше миллиарда рублей. Содержание бойцовского клуба, сами догадайтесь, как он называется, стоило около 100 миллионов рублей. Для сравнения, на капитальный ремонт школ по всей Чечне за год потратили около 2,5 миллиардов рублей, в 3 раза меньше, чем на эти спортивные клубы. Ну и посмотрите, как выглядят российские школы. Это образовательное учреждение в поселке Каштак Забайкальского края. Ее построили полгода назад, но спустя несколько месяцев стены начали трескаться. Интересно, что принимать новую школу приезжал министр просвещения России Сергей Кравцов. Региональные власти региона сказали ему, что школа якобы готова, но показали только несколько парадных помещений. А в марте компанию застройщика обвинили в сговоре с региональным Минстроем. Оказалось, что у нее нет опыта для строительства таких объектов, и она не имела права участвовать в конкурсе. Ну и вот вы видели результат их работы. И еще новости сферы образования, если можно так сказать. МГИМО закрыли на карантин из-за вспышки кори. Пока заболевание подтвердилось только у одного студента, но институт решили перевести на дистанционное обучение. МГИМО стал 7-м вузом, где с начала весны зафиксировали заболевание корью. В середине апреля Роспотребнадзор сообщил, что ситуация в России ухудшается. В 44 регионах выявлены случаи заболевания этим опасным и очень заразным вирусом. В Московский городской суд поступили материалы уголовного дела против Алексея Навального. Его обвиняют по 7 уголовным статьям. Среди них призывы к экстремизму, организация экстремистского сообщества и финансирование экстремистской деятельности. По этим статьям в совокупности ему грозит до 30 лет лишения свободы. Все это месть Путина за то, что Алексей рассказывал о коррупции в России и участвовал в выборах. А главное, за то, что он вернулся в страну после того, как Путин попытался его убить. В России будут штрафовать и арестовывать за карты без Крыма и других оккупированных территорий. Такой законопроект сегодня приняла Госдума. По новому закону географические карты, которые оспаривают территориальную целостность России, объявляются экстремистскими. За их распространение предусмотрен арест до 15 суток или штраф до 3000 рублей. Интересно, что депутаты будут делать со старыми картами России? И положен ли штраф Константину Зорькину? Он показывал Путину карту 17 века, где Крым был еще независимым государством. Еще одна новость из Госдумы. Там сегодня занимались действительно важными делами. Депутаты приняли закон, согласно которому День воинской славы 3 сентября переименовывается в День победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Послушайте, как презентовали этот закон. Уважаемые депутаты, призываю вас поддержать законопроект, таким образом выразить почтение ветеранов, которые с каждым годом становятся все меньше. И пусть память о доблести и чести миллионов советских граждан будет вечной. Да здравствует победа над Японией! Принятие закона объяснили тем, что Япония не поддержала войну в Украине и ввела санкции против российских чиновников.
А теперь действительно страшная новость. В Калининграде вагнеровец вернулся с войны и попытался изнасиловать 8-летнюю девочку. Прохожие попытались его задержать, но ему удалось скрыться. Девочку отправили в больницу. По предварительным данным, нападавший был судим за убийство, но его помиловали за участие в войне. Я напомню, что буквально 3 дня назад в Новосибирске другой вагнеровец изнасиловал 2 школьниц 4 и 5 классов. Все внимание в последнее время приковано к Бахмуту и диверсии в Белгородской области. Давайте обсудим по порядку. Сегодня Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера начинают выходить из Бахмута. Мы выводим подразделение из Бахмута. Сегодня, сейчас 5 утра, 25 мая до 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Свои позиции вагнеровцы передадут военным Минобороны. Правда, пока неизвестно, какие подразделения регулярной армии их сменят. Министерство обороны Украины сообщило, что на окраинах Бахмута вагнеровцев действительно уже сменила регулярная армия, но в самом городе они все еще остаются. Посмотрим, как будут развиваться события до 1 июня и реально ли Пригожин уйдет из Бахмута. Еще украинская сторона сообщила о возвращении из плена 106 военных, которые воевали за Бахмут. Омбудсмен Москалькова тоже это подтвердила, но не уточнила, сколько обменяли российских военных. В Белгородской области все еще тревожно. Там сегодня сбили беспилотник и ликвидировали авиабомбу, которую обнаружили в поле. А власти РФ решили поддержать боевой дух своих военных на море. И сделали это очень интересным способом, подделав данные системы, которые показывают перемещение судов в Черном море. Все для того, чтобы создать в этой системе огромную букву Z. Об этом сегодня написала британская разведка. Путин сегодня встретился с главами ЕАЭС в Кремле. На встрече он рассказал, что экономика Армении в последнее время существенно выросла, и все благодаря интеграции с Россией. Но на самом деле не из-за интеграции с Россией, а из-за россиян, которые сбежали от путинской мобилизации, потому что не хотели воевать и умирать на войне. Еще Путин опять не смог выговорить имена президентов. На этот раз что-то непонятное случилось с именами президентов Азербайджана и Таджикистана. Президент Азербайджана Михаил Гидарович Алиев и президент Таджикистана Имомали Шарипович Рахмон. Зато имя президента Казахстана в этот раз далось без ошибок. Правда, это все равно не помогло. Токаев ясно дал понять, что для Казахстана ЕАЭС – это исключительно экономический блок, и ни о каком слиянии, как в случае России и Беларуси, речи быть не может. А вот Армения и Азербайджан на этой встрече заявили об отсутствии территориальных претензий друг к другу. Армения ранее уже признала Карабах частью Азербайджана, а сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности выхода на мирное соглашение между странами. В Омске коммунальщиков заставили перекрасить желто-голубые скамейки. Все потому, что прохожие позвонили в полицию и пожаловались на непатриотичные скамейки. Местная сотрудница управляющей компании решила закрасить желтый цвет в белый. Получились бело-синие скамейки, что, в общем-то, тоже непатриотично, по мнению российских властей. Интересно, какой цвет будет следующим. Это были все главные новости на сегодня. Спасибо, что смотрите нас. Если вам понравился наш ролик, поставьте лайк и напишите комментарий. Это поможет в продвижении. Отдельное спасибо нашим патронам, которые поддерживают нашу передачу. Их ники мы с их согласия, как и всегда, выводим на экран. Всем спасибо и увидимся.